самолет ТВС-2ДТ Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина. Вот такое немного странное название, да, у этого самолета. Но сейчас он прорулит, будет разворачиваться для взлета против ветра, и, наверное, многие из вас увидят узнаваемый профиль. И, наверное, кому-то из вас он напомнит наш всем давно знакомый самолет АН-2, ветерана, труженика нашей гражданской авиации. Вот смотрите, вокруг сейчас он разворачивается. И, конечно же, очень много сходного самолета АН-2. Вот тот же, посмотрите, план. И все-таки, дорогие друзья, это совершенно новый самолет. ТВС-2ДТ – это рабочее название демонстратора технологий. И дело в творчестве. На этом самолете представлены новые технологии, которые приняты в конструкции. Собственно, вот эта концепция, она может применяться уже и в эксплуатацию затем в серию каких-то других самолетов. Давайте сейчас рассмотрим вот этот самолет. Собственно, посмотрите. Основным отличием является у него, конечно же, отсутствие расщелок, что сокращает, уменьшает у нас лобовое сопротивление. А также давайте сравним с крейсерской скоростью АН-2 180. Есть разница? Конечно. Далее. Двигатель турбовинтовой. Фирмы Honeywell Aerospace. 1100 сильный на валу, дискошумный винт там установлен, и, в общем-то, за счет двигателя, за счет такой вот аэродинамики, за счет механизации мощных лап, прикрутки, закрутки фаулера, прикрутки мощные, грузоподъемность, еще раз, приготовьтесь удивляться, 2,5 тонны, сравним с А2, у А2 полторы, у этого 2, и сейчас выпустим механизацию и посмотрим нам проходы на минимальной скорости. Ему так понравился этот самолет. Ему не терпится свое мнение сказать. Коля. Всего лишь два мнения сказать. Да. То, что самолет отдохнул всего метров 15. А еще большой-большой секрет. Сейчас давайте с учетом ветра ловим на рассказываю, что скорость самолета относительно земной поверхности, так называемая узла или ground speed, составила 30 км в час. Мы учитываем ветер. Собственно, скорость воздушного потока была всего 45 км в час. Я думаю, конструкторское бюро и научно-исследовательский институт заслуживают ваших горных аплодисментов. Летчики перевелись у нас самолеты из Сибири, из Новосибирска, сделав всего одну посадку по пути в Челябинске. Вот, ну, это демонстрирует возможность поправить этой машины. Не зря вот такие ветвели, Airbus, Boeing, пассажирских. Просто замечательная машина. Очень хочется верить, что все-таки это будет вторая жизнь АН-2. Совершенно верно. Вот сейчас по плану, по полетному заданию, экипаж должен сейчас развернуться и пройти на максимальной скорости. Посмотрим. Хочу еще сказать про оборудование самолета. Кабина оборудована современным пилотажным навигационным оборудованием, что позволяет выполнять полеты в этих условиях. Ну и, естественно, как я уже сказал, ребята, вот ТВС-2 это рабочее название, не запомните вот эту конфигурацию. Назначение его, конечно же, осуществление социально значимого районного центра в областном центре. Да, дорогие друзья, самолет в 1946 году был. Ну а мы давайте посмотрим влево. Посадочная скорость самолета ТВС-2ДТ. Я сейчас пойду КП, но на глаз, но не более 50 км в час выпустил закрылки, практически без снижения сейчас идет над ВПП, демонстрируя свои великолепные возможности. Аплодируем, друзья! Да, он специально
бежит, чтобы рассмотреть, как зрители мажут ему ручками. Аплодисменты летчикам. Друзья мои, великолепный самолет, я вот уже готовил день все семьи, которые вот сейчас, потому что очень достойный самолет, очень нам нужный. Давайте вместе еще раз похлопаем конструкторам, производителям за такую замечательную машину, которая будет трудиться именно на благо нашего народа, для всех. Он нам нужен, этот самолет, очень нужен. Спасибо. Сейчас вы слышите, такая волнительная музыка зазвучала на авиасалоне МАК 2015, потому как мы с определенным волнением, трепетом и нетерпением ожидаем очередных артистов в этом небе. Эти артисты спокойно.